Давай. Работай. Там внизу что-то проложенное? Нет? Дублерин. Здравствуйте, мои друзья! Я сейчас нахожусь в швейном ателье, и моя знакомая сейчас делает определенную операцию. И меня это очень заинтересовало. Я это видела раньше, но не снимала, и сейчас хочу вам показать. Дело в том, что вот в джинсах протирается часто ткань между ног. Ну, знаете, да, в паху. И часто мы такие джинсы просто выбрасываем. Ну вот я лично точно выбрасывала. А оказывается, их можно ремонтировать. И вот сейчас моя знакомая работает, да, я не могу ей сильно мешать, так издалека сниму. Но я думаю, вы поймете, увидите, как это все делается. И по большому счету, если у вас есть дома машинка, я думаю, эта операция несложная, и можно даже это сделать и самим. Давайте понаблюдаем, ну, пока так более-менее издалека, а потом немножко поближе я сделаю. Пусть она все-таки работает. Как называется эта операция? Ку-ку. Вообще джинсы — это очень удобная вещь. Ну а если это еще и любимая вещь, то, конечно, с ней жалко расставаться. И вот есть возможность отремонтировать. Это штопка, восстановление ткани строчками швейной машинки. С изнаночной стороны нужно подобрать заплатку соответствующего цвета или же дублерин, такой клеевой материал на тканевой основе среднетонкой плотности, и нитки подобрать под цвет джинс. От того, насколько будет незаметной заплатка, как раз и зависит от хорошо подобранных цветов нитки. Как мне уже сказали, что вот на брюках такой вид штопки не подойдет. Это только для джинс. Эта процедура занимает максимум 20-30 минут и, в общем-то, сократит ваши расходы. Если вы умеете шить, делайте сами. Ну, а если вы постараетесь дома провести такую операцию, то имейте в виду, что у вас должна быть машинка с механизмом обратного хода. Вот на машинках старого образца такого механизма нет. Так что учтите. Все? И что получилось? Можно еще поносить, да, не выбрасывать брюки. А так вот, когда в поднятом виде, не будет видно? Подожди, между ногами. Не видите, что ли? Вы что-нибудь видите? Это еще на такой цветной ткани, на джинсовой вообще она не видна. Угу. Джинсовые люди идут и ищут. А покажи, что там внутри. Дублерин. Потом лишнее надо обрезать? Нет, лишнее не обрезать, оно как это будет.
Ну, вот эти края, которые вот... Нет, это не надо, да? Да, мягче становится, их не надо. Они... Оно, наоборот, будут держать хорошо. Да. Чтобы дальше не порвались. Утюгом приклеила, да? Да, утюгом, потом погладишь. Лучше еще смотрится. Практически не видно. Тут еще фокусировка как-то у меня. Я ей говорю. Нет, когда гладишь, вообще она не видна. Не переливает. Она вообще не видна. А когда на джинсовке вот синие, вообще они не видны. У нее все выше светлее. Давай синие еще попробуем. Ну, сейчас вот это сделаю. Для сравнения. Давай здесь посмотрим, что у нас. Здесь нету что-то? Нет, а где? Потому что у них-то своя это цвет. Здесь видите что-нибудь? Ну, когда знаешь, так видно. А тут вот такая дырка была. Тут вообще ткана не было вообще. И нитки прям в том подобрала. Здорово. А я раньше вообще все выбрасывала. Я не знала, я что так можно делать. Я сама одни брюки после штопа 4 года носила. Я сильно постоянно делаю. Потому что он полненький у нас, он между ног, он быстро выставил. Здорово. Здесь тоже будет? Представляете, такая дыра здесь. Ага, вот она. Здесь вообще дыра. Тут вообще неизвестно, что. Ну вот ты приклеила уже дублерит, просвечиваю. Ну, потому что здесь нету, я ее опять подтягивать не смогу. И здесь. Потому что у них. Ну ты молодец. Я еще когда эти штуки в Таджикистане еще жила делала, а когда сюда приехала, многие заказчики вообще не знают, что такое. Я вот и говорю, что я это не знала, что так можно. Сколько повыбрасывала? На светлом еще как-то видно, а на темные вот эти джинсы, которые на вас, вообще ничего. Я до гульфика вот делала, вот здесь и носила, прямо здесь открывала и делала. Вот, теперь буду знать. Конечно. Не буду выбрасывать. Так, брюки хорошие, я тут растерла и все. Ага. Ну ладно. Молодец. Спасибо, что показала. Будем знать, будем ремонтировать. И сколько стоит ремонт? 300 рублей с одной стороны. Да, Ирина сделала, и еще 300 рублей. А, 300 или 350. Одна сторона и вторая. Ну, 700 рублей где-то.